Активные граждане определили программу зимних развлечений в парках. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. На официальном сайте мэра столицы сообщается, что участники проекта «Активный гражданин» определили программу зимних развлечений в 17 парках столицы. Было проведено два голосования, в которых приняли участие 180 501 и 175 411 человек. Больше всего москвичей заинтересовала программа в парке Горького – 68 606 проголосовавших, 56 317 участников выбрали «Сокольники», а 30 641 – парк Победы на Поклонной горе. Затем расположились сад «Эрмитаж» и Измайловский парк. Порядка 17% участников заявили, что не интересуются зимней программой в столичных парках. По данным голосования составлен топ-5 зимних развлечений. Это конкурсы и викторины, занятия по фигурному катанию, экскурсии по паркам, тематические мастер-классы и тренировки по скандинавской ходьбе. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!